Автомобиль вместе с водителем провалился в Полынью, Усть-Пристанском районе. Поиски местного жителя и машины велись в течение 2 дней. Сегодня автомобиль извлекли из воды. Водителя в нем не оказалось. На месте работали сотрудники правоохранительных органов, пожарно-спасательной части, представители администрации района и государственной инспекции по маломерным судам. Задействовали 10 водолазов, благодаря которым удалось обнаружить транспортное средство. На территории Алтайского края проходит акция «Лед – безопасная территория». Несмотря на все принятые меры по безопасности людей, произошло происшествие с провалом автомобиля на реке Обь. В данный момент проходят поисковые работы. Водителя ищут следственные группы. Напомню, инцидент произошел между селами Вяткино и Клепиково. Действующих ледовых переправ в Усть-Пристанском районе нет. Там установлен запрет выезда на лед. В МЧС напоминают гражданам о необходимости использовать только официально открытые переправы.